Новая эра. Именно так гласит надпись на подарочной бейсболке киберспортивного турнира World Electronic Sports Games, сокращенно ВЕСК, гранд-финал которого стартовал 12 января 2017 года в городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу. Студия Рухаб совместно с порталом cybersport.ru каждый день с места событий будет разбираться в том, что же таит в себе новая эра киберспорта. Меня зовут Александр Хитров. Для начала предлагаю сравнить прибытие на турнир. Прилетели мы, как и год назад, на шанхайский мейджор в аэропорт под названием Удун. Привычно встречает человек с табличкой на выходе из зоны прилета. Первым удивлением было то, что трансфера нам придется ждать еще полтора часа. Обычно так называемые шаттлы ходят раз в полчаса, путь до отеля занимает минут 20. Здесь нас ждало второе удивление. Дорога до города Чанчжоу, в котором проходит турнир, занимает 3 часа или 180 километров. Оставив вещи с встретившим нас человеком, мы пошли коротать время в ближайшее кафе. Ждали мы в итоге 2 часа. Зато теперь можно ехать. Пока оператор снимает, мне приходится все таскать. Ехать и еще раз ехать. Всего 4,5 часа вместо заявленных 3, но вот мы и на месте. Регистрируемся у представителя турнира, получаем карточку от номера и идем смотреть наше жилище на ближайшие 5 дней. Немного освоившись, мы готовы показать вам номер. Он достаточно просторный, вот санузел, здесь раковина, ванная с туалетом, нет, здесь только ванная с душем, туалет, наверное, где-то в другом месте. Не совсем мы освоились, как вы видите. Вешалка, здесь тапочки, это отдельная особенность, судя по всему, отелей в Китае. Шкаф с халатиками, вот. После душа можно использовать. Пойдемте в саму комнату. Здесь две больших кровати. Живем мы вместе с оператором. Его зовут Сергей. Ну, чуть-чуть мы свои вещи уже разместили. Постарались соблюсти порядок. Две кровати, много разных источников света. Можно пощелкать кнопки. Ух ты! Я этого не знал. Автоматическое раздвижение штор. Не знаю, зачем это нужно. Мне было бы не лень самому раздвинуть их. Ну, в окошко ничего не видно, я так подозреваю. А что здесь есть еще? Туалет есть, сейчас мы в него сходим. Посмотреть, конечно же. И пойдем дальше. Свет. Свет включается автоматически. Вообще похоже на какую-то маленькую комнату для пыток, если честно. В общем, туалет — это, мне кажется, не самое лучшее. Сторона этого номера. Сейчас пойдем на ужин. А заканчивается наш этот дорожный день сегодня на приветственном ужине для медиа, на котором куча различной странной еды. И чтобы понять, что здесь написано, да, только иероглифы, я использую Google переводчик. Буду смотреть parsley peanut. Какой-то орех, я не знаю, что это слово parsley. Рот-рот гонг овощи. Прыгающий песок чэнь гму фэнг файн. Неплохой. Меня вот интересует вот эта штука на самом деле. Реагент пишет. Мы же помним по шанхайскому мейджору, что здесь помидоры черри – это фрукт, поэтому, ну или даже ягода, по-моему, а не фрукт, поэтому они лежат рядом с арбузами и дрэгонфрутом, так называемым. Напитки. Из напитков не думаю, что это будет рекламой, но вот это вот всем знакомое название. Каждый день видите в магазинах. Есть еще один вариант.
Вот тоже очень знакомый продукт. Все прекрасно знают эти иероглифы. Так заканчивается наш день. Завтра стартует сам турнир. Поедем на веню, на место проведения. Посмотрим, как там, посмотрим церемонию открытия, пообщаемся с командами. Все, я очень-очень голоден. Однако на этом день все-таки не закончился. После тренировочного дня с арены приехали игроки. Очень много игроков. Настолько много, что за едой образовалась неплохая такая очередь. Среди большого количества людей периодически мы натыкались на наших старых знакомых. Команда Team Ukraine вместе с менеджером Виталием, Илидан, ЕГМ и многие другие. Очень похоже на привычный приветственный ужин большинства турниров, разве что народу ну очень много. Вдоволь пообщавшись со всеми, мы отправились спать в ожидании новых эмоций и приключений завтрашнего дня.